опасные трусы. Паспорт, билеты, прикиды, банданы. Фляжка с бухлом для фанов, призы. Воры на базе, но есть опоздавший. Проклятый Макдональдс, говенный Биг Мак. Не надо пиздеть, что ты пострадал. Где ты, блядь, слышь, ебучий мудак? Такси сломит слишком высокую цену. Ты чё, охуёшь, под натуре осёл? Давай не гони. Ехать 5 метров, ты с Таджикистана, гони на восел. А вот и родимая пробка на МКАДе, тут кто-то заныл. Хочу покурить, покуришь потом в этой бляковой Алькаде. Нельзя расслабляться, там надо спешить. Горят огни нашего аэродрома, привычный досмотр в спешащей толпе. Рамка пищит, нашли 2 гандона. Ну как же, в кармане всегда при себе. На стойке тигрица с лицом проходимся. У вас перевес и надо платить. Да ладно, хорош, а мы вам гостинцы. Ну ладно, проходим и хватит шутить. Самолет оторвался от трассы, нельзя не пухнуть. Не поссать, не курнуть, но все же удалось, проходя к унитазу, тайком стюардессу за жопу щипнуть. Все, приземлились, теперь разомнемся, покажем на линии разбитый багаж. Привет, пацаны, мы вас ждем, не дождемся, по клубу аншлаг и ажиотаж. Здрасте, Запад, здрасте, мы к вам приехали, не больше с юга, запада, Москвы. Мочил по котлам, ждали все стойку с подсобки напряжной, и кто-то уже наебенился в хлам. Раз все говно сосистится хуёво, и каплями пота покрылся звукач. Пришла журналистка Марго Журавлёва, опять интервью про какой-то там срач. Но все можно чекать, а где музыканты? Один, как всегда, замурился посрать. Твои опять как в лесу диверсанты пухнули, и в поиске чем бы зажрать. Какая-то сволочь врубила колонки, просили же тише, идет саундчек. Его попросила его же девчонка, ведь он тут диджеем назначен на век.
Ooh.